Очевидцы засняли на видео мужчину в парковом, который повис на карнизе в одних трусах. Команду самоизолировался, он понял неправильно. Может, он от вируса прячется? На место, по словам людей, прибыла скорая и несколько машин МЧС. Мужчину вернули в квартиру. По данным правоохранителей, челябинец был пьян. Он рассказал полицейским, что ему просто стало душно. Так, видимо, решил погулять. Кстати, ничего особенного в этом он не увидел. Впрочем, на место инцидента также прибыли и полицейские. С мужчиной они провели воспитательную беседу. Ведь он рисковал собственной жизнью и мог сорваться вниз в любой момент.